Чтобы помочь ребенку развить математические способности, не забывайте о колоссальной пользе игр в шахматы. Покупайте разные головоломки и помните, что с числами и геометрическими фигурами тоже можно играть. Игры с геометрическими фигурами – просто кладезь для тренировки ума. Нужно сложить разные фигуры по схеме. Увлекательно и не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Можно предложить ребенку сложить свою фигурку, только просите его называть геометрические фигуры, которые он использует. Подводите итоги, сколько нужно треугольников, квадратов, чтобы сложить зайца, например. Если у вас нет такой игры, вырежьте сами геометрические фигуры из картона, а схемы сборки разных предметов придумайте или найдите в интернете. Дальше учите ребенка классифицировать фигуры по форме, по цвету, размеру. Считайте стороны многоугольников, определяйте прямые, острые и тупые углы. А вот еще очень любимая нами игра. Обведи как трафарет геометрическую фигуру и дорисуй потом этот силуэт так, чтобы получился предмет. Обводить трафарет очень полезно, это тренирует руку и готовит ее к красивому почерку. Творческий процесс остановить трудно. Получается целая картина, но главное условие должно четко соблюдаться. Любой новый предмет начинаем рисовать с геометрической фигуры. В конце опять подведите итоги. Сколько в этой картине квадратов, кругов, треугольников? Скажите, можно ли после таких игр не полюбить геометрические фигуры? Как вы думаете?